Всем привет, я нахожусь в аэропорту, и мне не могут помочь. Нашлась девушка, которая сказала, что типа поможет мне. Сказали, что если он сегодня прилетит, то мы отправим его сегодня. Если он прилетит завтра, то отправим его завтра. И вот так. Я уже плачу, нервничаю, ничего не могу сделать. И от этого всего, честно говоря, не становится лучше. Air Berlin, летайте. Если хотите потерять свой багаж, летите Air Berlin. Возможности. Уже, знаете, капец, ну вот реально, мне 2 месяца здесь находиться. Как я должна? Выживать здесь, что ли? Понять.